У нас есть тело и потребности тела. Материальные потребности. Нам хочется есть что-то. Мы хотим, чтобы у нас было место для отдыха. Мы хотим удовлетворять свои чувства. И мы хотим защищаться от опасностей. Это потребности тела. Но нас не должны интересовать только телесные потребности, потому что в таком случае мы не зайдем на уровень животных. Наша истинная потребность — самопознание.